Кто офицер есть? Ребята, кто есть офицеры у вас? Старший кто с вас? Как зовут? Евгений Александрович. А фамилия? Радулов. Откуда родом? Дальний Восток. Воинская часть. 58-198. Что за войска у вас? Танки. Вы кто будете по должности? Я по вооружению, по ВД. Понятно. В Украину когда зашли? Какого числа? Какого числа мы? 6 дней назад. С какой стороны зашли? Сейчас скажу, Мирополе какой-то там переход был. Мирополе? Да, да, да. Мирополе, да, понятно. И капитан. А че один? Я старший здесь, зам по вооружению полка. Так ты столько же говорил, вон. Вон командир батальона. Так сколько у тебя человек у вас всего? 22. Тут 18. Тут 18. 18. 18. 18. И два иде. А где еще два? Два раненых и один командир завода. Два раненых, один кто с ними остался, блядь, подтаскивает. Да, и один еще пошел. Из вас. Да, да. А медик. Медик еще там, да. Наш медик. 22 или 23. Два человека, Юра. Какую задачу вы получили? Какая задача у вас стояла? Зайти сюда. И сюда. И потом? Не знаю. Ну как не знаю? Я в конце колонны шел с Крымом. Собирал технику. Все хорошо. Что хотите домой передать? Россию вашу. Что Путин и правительство нас призвало. И все? И что, они пусть сидят там и что, носу ковыряются? Сюда никого не пускали, детей особенно. И слава Украине. И слава Украине. Не, не ну, а слава Украине. Слава Украине.